Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Джагмент. У нас 99-й день идет, мы с вами живем. С едой у нас все хорошо, с водой тоже. 1600 окульных очков, а вот научных маловато. Что мы можем с вами сейчас сделать? Так, соленья идут, это хорошо. Так, броня нам пока не нужна. Вот эту вот можно, кстати, сделать. Давайте-ка сделаем парочку штук. Закажем. На постройках вроде бы пока все глухо. Да, ничего нового нету. Ну что, давайте-ка, наверное, немножечко с вами пробежимся на вот эти вот задания. Посмотрим, что мы можем здесь раздобыть с вами. Вдруг нам фартанет, и мы получим какую-нибудь классную штучку. Побежали. Главное следить за водой, за едой, чтобы не попасть в такое неудобное положение, как в прошлой серии. Но порвали их. И что нам дадут? Да ладно, олимпийский лук. Зачем он мне нужен? Давай-ка сюда пробежимся. Если бы он хотя бы стоил бы прилично денег, можно было бы, конечно, их пофармить. Ну, а так они не нужны. Кстати, да, нам нужно где-то найти лекарство, потому что, ребята, у меня уже... раненые все. Давайте-ка мы глянем, где у нас тут есть. Во, как раз сюда-то мы и добежим. Тут недалеко. Вот эти вот три аптечки, наверное, с вами пробежимся по-быренькому. Пособираем лекарства, чтобы когда вернулись на базу, мои ребята могли немножко подлечиться. Сколько дадут? 5 всего лишь. Да, это никуда не годится. Так далеко не уедем. Давайте тогда вот здесь. Ё-моё. Все время надо переключать на эту скорость. Давай, автобой. Угу, шикарно. Опять 5 штук нам дали. Давай тогда вот сюда еще ломанемся. Да бегите вы уже быстрее. Ё-моё, идете как в штаны наложили. Автобой. Слушайте, насчет вот этих я даже не парюсь. Они очень легкие. Так, Георгий у меня что-то... как-то не айс чувствует себя. Вот, 10 штук нам дали здесь. Хорошо, побежали-ка мы давай, наверное, обратно. Пускай они подлечатся у меня. И, скорее всего, мы ломанемся с вами вот сюда. Надо нам дальше по сюжетке двигаться, узнавать, что нам нужно сделать. Так, Георгий, ты у меня держись. Так, а мы заодно посмотрим, что у нас там по больничке. Да ладно вам, быстро так. Так, Георгий полностью вылечится, хорошо. Остальные, кстати, не успеют долечиться, ребят, смотрите. Сколько? 0, все. Ха-ха, ё-моё. Арманд у нас в команде. Подождите, кстати, надо посмотреть Арманда, как он у нас одет. Да, он вообще без всего. На, хотя бы так. Вот так сделаем и в руки тебе дадим. Во, священный пистолет может носить. Кстати, дробовик у меня есть. А ну-ка, кто у меня может дробовик носить? Есть такие? Да ладно, не может быть такого, чтобы никто не мог у меня носить дробовик. Вы, по-моему, завираете все. Или нет? Также и стерлинг у меня пролеживается без дела. Подожди-ка, ну начальные-то мои должны. Хоть кто-то, они же у меня прокачанные. Абсолютно никто. Плохо. Все очень плохо. Надо будет, кстати, на огнестрел ребят уже проучивать. Давайте-ка мы закажем дождик себе здесь. Также нам, вот, сила духа и ритуал. Что? Так, а вот это почему-то так до сих пор никто и не использует. Зря, зря, ребята. Во, святое лечение. Чё мы паримся-то? Сейчас они все это дело быстренько прошуршат. Они у меня подхилятся все и уже продолжим с вами, наверное, бег за трофеями. 648 очков у меня науки. Кульминация, кстати, скорость копания пригодится. Надо будет выучить ее. Это по производству. Давайте немножко ускоримся побыстрее, чтобы время зря не простаивало у нас.
Ну, давай, давай, ребята. Поднатужились. Тут осталось-то совсем немножко. 20 очков, грубо говоря. Как бегают, как ошалелые тут. Все. Сделали кульминацию. Что, 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 что? Ты меня так не пугай. Кто-то уровень получил. И это будет у нас механическое оружие. Конечно же, нужно его развивать, потому что... Хотя и броня тоже пригодится. Но пока мы сделаем так. Здесь давай еще разок. Пускай наука у нас будет развиваться обалденно. Без нее никуда. Вот, хорошо пошло. Что-то еда у меня стоит на одном уровне. Так, кто-то неподалеку просит помощь. Вот это хорошо. Давайте-ка мы с вами посмотрим, где тут неподалеку. Вот. Ох, ребята, приготовились опять к страданиям по выживанию. Спасению, естественно, выживания. Выжившего, ё-моё, чё говорю. Фух. Угу, погнали. Хотелось бы для начала узнать, какие здесь будут у нас враги. Ну, я думаю, что без этих падших ангелов и без легионов тут никак не обойдется. Слава богу, еще на нас не нападают эти церберы и личи. Так мы тут вообще бы с вами... Тихо. Вот о чем я вам и говорил. Картанахи тут. Опачки, а вон там и лич пожаловал. Да убегай ты. Ай-яй-яй-яй. Выжил? Да ну нафиг. Ребята, вот эта жесть пошла. Вы поняли, почему, да? К нам приближаются личи уже. Только сказал, как говорится, и нате, получите. Интересно, как против личей воевать? Тут должны быть против каждого монстра свои, как говорится. Вот он, блин, 5, это же самая бригада. Картанах, давай, сдохни. Ну, Георгий, мочи. Так, давай этого лича грохнем. Пытаемся. Так, я не помню, кто-то там еще бомбит или нет. По-моему, нет, все нормально. Так, отхилим. Отхилим, а чем, интересно мне знать. Да ладно, у меня что, ни у кого аптечки нету? Ну, звездец тогда нам полный будет. Георгий наверняка сейчас у меня упадет. Жалко, здесь нельзя сохраняться вот прямо во время боя. Чтобы начинать именно вот, например, с этого места. А не все заново потом проходить. Да, очень, конечно, печально, что здесь появились личи. Значит, скоро будут и церберы, поэтому нам нужно как можно быстрее развиваться. Развиваться нам нужно именно в броне, в огнестреле. Ага, вот и выживший. Хорошо, мы его нашли. И этим делом у нас, наверное, займется все-таки Георгий. Остальные будут его прикрывать. Давай. Откуда пойдут-то, интересно? Они могут откуда хочешь начать бежать. Самое-то хреновое, что нет аптечки. Вот что. Вон они оттуда прут. Опа, вот и церберы. Слушайте, ну они не такие уж и сильные. Так, Рос, давай сматывайся. Я думаю, тут будет очень много врагов. Короче, Цербера мы с вами проверили. Не такой уж он и сильный, он типа гончий. Только, ну, может быть, немножко сильнее. Вот Легион, гад. Толстый броневик Потемкин, блин. Так, давай-ка, Мэй, у тебя нормальная броня. Вот здесь вот ты постоишь. У тебя есть корни, которые уменьшают уклонение, скорость атаки и движения на врагов. Идут, идут, идут. Так, 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 так. О-о-о-о, Макс, 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 Макс. Да убегай, ты говорю. Черт тебя подери. Да. По-моему, мне придется, ребят, наверное, с выжившим все-таки повременить. Эх, да, давайте отсюда смотаемся. Как-то у нас это дело не задалось, вы сами прекрасно понимаете, почему. Не хватает у нас силы. Да и к тому же у меня ни одной аптечки с собой не было. Да и вот тебе и радость, еще кто-то на мою базу прет. Демонов мы, видите ли, увидели, которые бегут
С радостью на мою базу. Так, у нас святое лечение это сделалось, нет? Я что-то не пойму. Давайте вот это закажем. Аннабель, почему так долго, а? Ты должна все это дело быстрее делать. Давайте ускорим. Может быть, успеем до прихода демонов хотя бы святое лечение сделать. Давай, давай, давай. Вот здесь, по-моему, да? Ну. Так, а здесь мы с вами еще раз закажем. Закажем мы, конечно, закажем. Так, а это-то что за дурень-то у меня? Арманд, иди, ё-моё, ты чё там? Прохлаждается он. Сейчас попадет. Да, по-моему, он уже попал, блин. Да все у меня тут хорошо. Так, где этот Арманд? Погоди, 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 ребят, не туда я нажал. Ломанулись радостные. Давайте все в хату. Так, Арманд, беги сюда быстрее. Да как ты бежишь-то? Давай... Оу, понятно, там ему и не пробежать. Так, суккубы эти все фигня полные. Арман, давай, давай, давай. Стив, сюда тоже. Так, Дебора. Оу, да ну, да что же за непруха-то такая, а? Почему эта Дебора постоянно стоит в проходе, а? Она меня бесит. Эти три падших ангела просто все портят мне. Абсолютно, ребята, все портят. Не знаю, как с ними тут исправляться даже. Так, давайте всем поставим аптечки. По крайней мере, кто их может носить. Готово. Так, Арманд, давай беги сюда. Эти у меня вот сюда ломанутся. Так, Лина, будешь стоять здесь. Рос, встанешь сюда. Рональд, давай беги. Ну-ну-ну-ну-ну. Вроде бы пока нормуль. Есть какой-то шанс, надеюсь. Давай-давай, легион валите. Отлично, легион упал. Демона этого, ну. И никто по нему не стреляет, а. Отхиливайся, Армандушка. Давайте, стреляйте в падших этих ангелов. Ну? Добивайте вы в конце-то концов. Отлично. Ну, ребята, есть шанс, есть шанс. Фу, все, кажись. Ребята, знаете, с какой попытки? С 12-й. Потому что здесь не было раз-два, да? Два падших ангела. Обычно на меня здесь нападало... 4. Поэтому урок на будущее. Нужно укреплять, нужно создавать броню, а не то, что они сейчас бегают у меня в тряпках каких-то, в лохмотьях. Так, давайте-ка вот так сделаем. У нас здесь 130. Одну такую закажем. О, дробовик у нас есть. Но это, в принципе, есть-то есть, но мы его все равно не сможем одеть никому. Дальше нам нужен алкоголь. Так, гонец. Нет у меня 30 лекарств, так что перебьешься. Здесь у нас все хорошо. Тут все будет у нас развиваться. В общем, ребят, показательный урок для меня прошел. И я сейчас буду их всех приодевать. Давай сюда. Так, Дебора. Тоже носи броник. Теперь, да, я, кстати, еще собираюсь сделать вылазку. Посмотреть, ребята, что мы сможем с вами найти хорошего на карте. Также нам нужны аптечки. И желательно очень и очень много. Так, давайте-ка создадим. Посмотрим, что нужно для них. Лекарства. Угу. Здесь еще и алкоголь. Ну, алкоголь мы с вами сейчас закажем. Тут, в принципе, никаких проблем у нас не будет с этим делом. А вот насчет лекарства, да. Есть небольшой косячок. Надо искать эти. Так, хорошо, давайте посмотрим места проблемные, так скажем. Вот сюда мы сбегаем. Бегите, ребята.
Может быть, здесь надыбаем себе еще и лекарства до кучи. Так, подожди-ка, почему у меня с едой такие перепады? Ай-яй-яй, мне не нравится это дело. Автобой, конечно же. Ну, куртки, одни куртки нам достаются. А где же аркебузы и все там подобное, а? Ребят, где броники пластинчатые? Почему они меня так стали ущемлять, ужимать? Ну, что там? О, урон 35, довольно неплох. Гаечный ключ мы с вами нашли. Обязательно с вами его применим на кого-нибудь. У нас, правда, мало ближников, и это, наверное, очень зря. Тяжелый период настал у муравейника, а? Я тебе, конечно, сочувствую, но сделать ничего не могу. Опа! Злой оберег защищает от сглаза и демонов. Защита плюс 20%. Слушайте, вот это хорошо. Так, у нас здесь что за демоны? Нормуль. Этих мы тоже с вами сейчас порвем. Но нам нужно еще лекарство, не забываем об этом. Че, не добежали-то? Ага, стычка. С кем? Опа, уже в стычках у нас и картонахи, и легионы. Понятно. Не все будет так просто, как мы хотели. Ну что вы так ползете, как тараканы? Автобой, естественно. Разорвали в хламах. Ох ты, это что такое? Экстракт имбиря. Редкий эликсир, сваренный из имбиря и других ведьминских компонентов. На себя. А что он делает-то? Скорость атаки 20%. Понятно, скорость атаки 20%. Тут у нас тушенка валяется. Давайте возьмем тушенки. Автобой. Просто даже не заметили, их разорвали в хлам. Так, и бинокль нашли. Бинокль мне, в принципе, как бы и не нужен. Так, что здесь у нас? Угу, понятно. О, вот это вот надо. Я надеюсь, мы с этим справимся. Компоненты оружия обязательно нужно подбирать. Основной ресурс для крафта. Порвем, нет, ребят? Я думаю, что сделаем мы их. Угу. Но Георгий, как всегда, у меня страдает. А все лишь потому... Опа! Снаряжение охотника. Необычный уровень 3. Цель на себя точность 60%. Смотрите-ка, обсидиан нашли здесь. И 6 компонентов. Слушайте, довольно вот это неплохой лутик у нас сейчас получился в данный момент. Так, давайте-ка, а здесь что? Ой-ой-ой, здесь уже пошли такие ребята, с которыми нам лучше с вами не встречаться. Ну, по крайней мере, в данный момент. Потом-то, конечно, будем накумаривать их. Но не сейчас. И мы все-таки вот сюда ломанемся. И даже, наверное... Да, их, конечно, тут очень много. Но попытаться нужно. Хотя бы попробовать. Вдруг все-таки как-нибудь с вами сможем одолеть их там. Так, что там у нас? Ага, еда пойдет сейчас в гору помаленьку. Давайте дождик закажем. Силу духа, как всегда, по стандарту. И вот эту штуку. Разведка вблизи, понятно. Нас ребята навестили кореша. Вот здесь вот. Надо им дать действительно хороший отпор. Нечего тут крутиться возле моей базы. Поехали, посмотрим, что тут за ребята. Что они себе представляют. Лекарство нужно нам для чего? Для аптечек. Раз. О-о-о, для того, чтобы отхиливаться. Это два. Одержимый, ты достал уже там. Так, Мэй, отойди-ка оттуда. Ну, все, справились. Да подсматривались, да, ребят? Ну и смотрим, что у нас тут есть. 35. А здесь 46 урона. Здесь нужен эфир.
Вот такую вот броню я хочу себе. Ну, композита нету. Так, уровень кто-то получил. Винтовки. Давай винтовки будем изучать. Так, ну построить мы ничего пока не можем, да? Угу. Абсолютно ничего. Портное дело. Так у меня и висит мертвым грузом. Строевая подготовка. Вот это тоже надо сделать. Все надо делать. Оккультизм. Что мы хотели с вами? Друиды. Одеяние друида. Слушайте, можно его, в принципе, даже, да? Шестое чувство. Обнаружение выживших. Я имею в виду, мы будем их находить или же освобождать. Посмотрим. Я так понимаю, это у нас ритуал. Естественно, его надо будет делать. Так, а что у меня тут, ребята? Лес рубят. Пускай рубят, молодцы. Вот здесь мы сейчас с вами сделаем на вырубку. Вот этот вот весь участок. Пускай рубашат. И вот здесь... Нет, здесь еще не подросли. Почему они меня не хотят месторождение искать? Вот в чем проблема еще. Для поиска ресурсов в недрах. Аннабель, будь добра, поиск... Поиск глины сделай, пожалуйста, а? Будь так добра. Торговцы, что тут у вас? Ящик с боеприпасами. Маскировочный костюм. Одеяние друида. Автомат Томпсона. В принципе, ничего такого хорошего нету. У нас, кстати, с вами есть одна броня, которую мы нашли. Давайте попробуем. Так, здоровье 120. Точность 60%. Защита 3. И тут... Не, ну лучше вот этот пускай он будет носить. Макс. Броники, естественно, ребят, нам нужно с вами менять. А эту я так и не могу носить, да? У меня их две штуки. И, по-моему, никто... Да, абсолютно никто до сих пор не может ее носить. Хм. Механическое оружие, да? Какой там навык нужно иметь? Редкая механическая броня. Придется развивать. Ну, что? Что-нибудь закончили? Нет пока. А ну-ка, быстренько. Да, очков, конечно, нам нужно целая куча. Так, что у нас по лекарству? Сможем с вами заказать? Алкоголя мало. Да, получается, что лекарство нам невыгодно делать. Для этого нужен алкоголь. Алкоголь требует пшеницу и воду. Да и к тому же очень долго делается. Смотри-ка, соленья все сделали. Давайте автопроизводство сделаем, наверное, 200. Ага, 200. Тут же опять алкоголь нужен. Хм. А вот тебе раз. Поэтому придется алкоголь тогда делать тоже, наверное, где-то 300. Ну и здесь тоже 300. Все. Это у нас нужно производство. Чтобы хватало на все. Так, приоритеты глянем сейчас. Производство. Новых у нас нет? Нет. Так, это строительство. Зачем строительство, когда нужно производство? Арманд, будешь заниматься именно этим делом. Вот так. Отлично. То, что нужно. Пускай каждый занимается своим делом. Ну что, ребят, давайте, наверное, с вами рискнем. Рискнем сбегать вот сюда. Ё-моё, это пещера какая-то. Да. Не говорю, что будет все легко и просто, но надо, надо бежать. Так, мамонты. Вперед, как говорится, из песни. Будем исследовать эту пещеру. Других пока вариантов я не вижу. Ну, глянем, ребята, разочек. Если там будет такая жесть, то, наверное, не побежим пока.
Хотя нам не сказали, что нет оружия дальнего боя. Что нам сюда еще как бы рановато. Автобой нет? Или будем сами? Сами! Это все усложняет. Карта здесь не детская. Сразу почему-то мне вспомнилось задание про этих, про сектантов. Там тоже такая же здоровая карта. И также много было сектантов. Скелеты везде валяются. Ну там сектанты, извините меня, были вооружены огнестрелом. Практически все. И я там ничего не смог вообще сделать. Легион. Давай-давай, ребята, расстреливаем. Молодцы. Давайте одержимых теперь уничтожим. Так, я думаю, что... Погоди-ка, погоди-ка. Кто там у нас? Ага, гад. Ты должен сдохнуть. Готов. Еще где-то. Погоди, погоди. Картанах? Черт, Георгий, сматывайся. Да вы будете валить-то его, а? Ага, хорошо. Где этот ангел падший? Вон он. Сейчас он у нас получит со всех стволов. Молодцы, заколбасили. Слушай, ребят, мы должны были в пещере оказаться, да? Почему-то бегаем с вами также на улице. Так, давайте-ка здесь сделаем небольшую передышку, знаете, для чего? Для того, чтобы я мог своих ребят немножко подхилить. Вот так. Погоди-ка. Тут-то кто у нас стоит? А, это, видимо, просто труп еще не исчез. Так, стоп. Стоп, ребят. Давайте вот здесь вот, издалека. Не будем оттуда подходить близко. Положили. Вау, справились, ребята. Достижение даже новое я получил какое-то. Ну-ка, читаем. Безопасное место для экспериментов. Данные, полученные возле адских врат, несколько обескураживают. Уровень оккультной энергии измерений вблизи врат оказался равным практически нулю. Команда исследователей теперь убеждена, что адские врата невозможно разрушить оккультными методами. И следует искать другое решение. Врата окружает некое силовое поле, но его источник находится где-то снаружи врат, а не внутри их. С целью проведения дальнейших исследований данных по адским вратам требуется построить подходящее, хорошо подготовленное место. Построить оккультную площадку. Вот так, ребята. Вот такое мы с вами получили задание. Построить оккультную площадку. И кто-то уровень получил. Механическое оружие, да? Давай будем. Механическое или автоматическое? А в чем разница-то? Механика, автоматика. Ну, там перезарядка, а тут пулеметы, наверное, что ли, так? Хорошо. Получается, нам нужна постройка. Так, еще раз, как она там? Оккультная. Оккультная площадка. Это наверняка нам нужно где-то в основных ее искать. Смотрим. Вы где-нибудь видите здесь оккультную площадку? Я пока ничего не вижу. Вижу фермы, хлопковые, вычислительный комплект, оптика. Хм. Странно. Шахты, резаки. Не понял я все-таки юмора. Ну ведь не в оружии же, ё-моё. Нет. Замораживающий луч. Тяжелые винтовки. Так, может быть, где-то здесь. Яд демона. Амулет умиротворения. Кулон интуиции. Меч Нефилима. Паладины. Ё-моё, 4320 очков нужно, чтобы благословение паладина получить. Это броня, да? Артефакты. В общем, ребят, я не знаю. Я не вижу никакой... Исцелить землю.
Благословение святых. Странно как-то. Постройте оккультную площадку. Темный алтарь, магический круг, мистический цех. Ах ты, ё-моё, он у меня, оказывается, уже был. Оккультная площадка. Ладно, нам нужен мистический свиток и кирпичи. С кирпичами наверняка сейчас будут у нас проблемы, потому что глины нету. Да? Да, глины нету. Аннабель, ты у меня как раз... Да, месторождение глины она ищет. Это, в принципе, хорошо. Так, и нужны свитки. Нужно заказать вот этих вот свитков. Так, что у нас по оружию? Глок. 25 урона. 16. Навык редкое огнестрельное оружие. Вот кто может носить у нас дробовики. А здесь нужно... Редкое механическое оружие. Редкое механическое, блин. У нас что-нибудь есть такого на изучение? Или нету? Навыки. Нет, не навыки. Как там у нас делается там разборка, да? Ах, вот у нас еще что есть. Так, вот этот вот амулет. Защита сглаза, где он? Можно... Защита 20%. Желательно эту броню ставить нашим танкам. Пускай будет у Роса. Защита 6. Хорошо. Что еще у нас тут есть хорошего? Экстракт имбиря. Можешь носить что-нибудь? Нет. Никто ничего не может носить. Погоди-ка. Может вот этот вот чувачок вот так вот, ё-моё, док. Чё ж ты... Ядрить тебя на корень, а? Какой же ты, док, врун. Всё у тебя нормуль, всё ты мог носить. Просто не хотел, а? Георгий. Нет, Юля. Носи вот эту вот броню. Глеб. У Глеба всё хорошо. Так, док, вот эта вот граната нафиг нам не нужна. Пускай лучше имбирь у тебя будет. Бона. Бон аппетита. У тебя что там? Атака плюс 15%. И у тебя еще нож слабенький. Ключ почему-то ты не можешь носить. Бита, 18 урон. Нет, перебьешься. Рональд. Рональд. Стив. У Стива и так все хорошо. Так, подожди, вот эта куртка, нафига она тебе нужна? Вот, носи. Зато он может гаечный ключ носить. Длительность 3. Редкий инструмент. Ближний бой. Дробящие. Ну, а так у него способность благословления есть. Так, уровень кто-то получил. Автоматическое оружие. Так, вот мы сделаем. Естественно, восстановление 200%. Хорошо. Вот так. Что, еще кто-то получил уровень? Ё-моё, механическое оружие. Ну что, я так понимаю, здесь у нас глину... Нашли. Давайте еще поставим месторождение. И это у нас... Аннабель же занималась этим делом, насколько я помню, да? А вот теперь будет заниматься у нас, по-моему, этим делом Рональд. Иди ищи глину. И не дуркуй здесь. Святая вода, травы, восстановление выживших. Так, что там нам нужно-то для алтаря? Нужен кирпич. Где, интересно, мы тут нашли глину? Вот она, глинушка-то. Вот она. Сейчас, ребят, с вами кого-нибудь
отправим специально для того, чтобы он у нас добывал глину. Давайте-ка посмотрим в приоритете, кто у нас там самый лучший по копанию. Земледел, как говорится, от бога. Ну, где? Макс? Макса повышено. Во! Анна, давай. Блин, у нее 160%. Ладно, фиг с ним. Пока лучше нам не найти. Копатель, копатель. Да, к сожалению, больше пока нету. Рональд, у тебя, смотри, всего тут дофига. Иди он лучше копай тогда. Это нам пока не надо от тебя ничего. В разведку он хочет. Ага. Глубежки раскатал. Никакой тебе разведки пока не будет. Вот здесь вот все это дело уберем. Так, смотрите-ка, он хочет копать, но не пойдет. Будет пока здесь стоять. Что, как-то так. Пошел кто-нибудь глину у нас добывать? Прям побежал, ё-моё. Все забили болт. Все у нас рубят деревья. Да? Нет. Кстати, что я хотел-то, ребят? Вот здесь мне нужно место. Я не хочу сносить вот эту грядку, чтобы они вот здесь могли бежать, а не с этой стороны только. Ну чё вы, ё-моё, глину будет кто-нибудь собирать, я вам говорю, а? Кто у нас тут вообще дуркует? Арманд, иди добывай глину. Нечего там шоркаться, без дела. Грег, выпекать хлеб пошел. Том, ну ты-то что? Полив растений, никаких, блин, поливов растений. Ах ты, Арман, так ты жук. Ну все, ты меня достал. Так, где ты у меня здесь, блин? Найди теперь тебя. Вот он. Приоритеты. Раз, блин, не хочешь так, Арман. Столько выживших, фиг его теперь найдешь, где он тут. Вот он. Не хочешь, блин, по-хорошему, будешь по-плохому. Все равно я тебя заставлю копать. Предпочитает, главное, да, он. Вот, идешь и копаешь. Также с предпочтением. Макс, ты, пожалуй, тоже, наверное, пойдешь у меня копать, раз ты предпочитаешь это дело. О, Макс, видишь, какой исправный. Побежал сразу же. Без лишних слов, как говорится. Ну, вроде бы пока и все. Сейчас глина у нас придет. Мы с вами, естественно, сделаем это дело. Жалко, здесь нет у нас, знаете чего, ребят? Внутреннего рынка, где мы могли бы с вами менять, например, определенные ресурсы на другие. Это было бы вообще круто. Требуется помощь, естественно, неподалеку. Темное оружие. Давай темное оружие фиксим. Ну, где ты там у нас, бедолага? Спасать тебя, хорошо, будем тебя спасать. Пригодится нам еще один выживший. Макс, у тебя что в руках-то там? А, все с дробовиками, хорошо. А у Стива-то что в руке? А, глок. Ну давай, 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 иди сюда, легиончик. Так, Глеб, нафиг, смотайся. Макс, тоже уйди. Подожди, кто-то, по-моему, тут стреляет. Опять где-то, вон они. А это еще кто? Маракс. Маракс, это, ребята, тоже стрелок. Как мы видим. Юля, у тебя есть... Во, отлично. Подкрепимся. Так что, ребята, все намного хуже, чем я раньше думал. Маракс — это, оказывается, чувак, который имеет
огнестрел. Или лук у него там. Так, УЗИ. Никаких тебе УЗИ, будешь копаться, Глеб. Вы-то что там вдалеке-то, кстати? Гриша, давай, иди сюда, Георгий. Будешь у меня на передовой. Удача. А неудача. Дальность обзора, минус 3. Так, кто там идет? Легион. Вот так вот вам всем тут. Ты смотри, куда прет, а? На Глебушку идет. Стой здесь, а что это такое? Вот? О. Пускай вот так вот будет. Ага, Цербер. В принципе, Цербер вообще лошпынище. Ой, блин, картонахи, а. Ну, расстреляйте вы его, да. Молодцы. Гриша, давай-ка отсюда отойдем маленько. Че, спасли, что ли, да? Все, ребят, сваливаем отсюда. И это у нас Хизер. Хайзер. То есть девчуля. Да тут, наверное, можно и быстренько добежать уже. Ну что же. Хизер так Хизер. Что нам дадут? Опа-на, чешуя демона и эфир. Чешуи демонов у нас еще ни разу с вами не было. Что? Запрос? Ты... Нет, ребят, ну это фигня. Фига он там просит у меня столько этих оккультных очков, у меня у самого мало не хватает. Буду я еще им давать. За то, что они мне присылают лом. Ага. Хотя, может быть, если отношения будут хорошие с ними, они, может быть, даже будут давать не только лом, а чем такое знатное. Рональд. Рональд. Смотри-ка, Рональд у меня стал геологом, блин, прям. Изучает все. Глина пошла. Значит, соответственно, должны у нас и кирпичи быть. Ну и, как я вижу, нет. Глина идет, но куда-то она у нас тратится. Так, надо подумать, куда она может у нас уходить. Хм. Да никуда, в принципе. А почему тогда такая проблема? Или вы еще, ребята, ее просто не принесли? А, Макс, что скажешь мне? Ты ее просто не принес еще, да? Она у тебя в карманах, блин. Арманд, а ты как? Со своим имбирем? Ну, давайте вот посмотрим. Вот Макс бежит. Что там? Пошел типа спать. Глина. Слушайте, скорее всего, наверное, уже кирпичей у нас хватает. А ну-ка, давайте-ка глянем. Странно как-то это все. Как было 16, так и осталось. Куда же вы эту глину-то деваете? Жрете ее, что ли, там? М? Ребята. Почему глину никто не делает, спрашиваю вас. Потому что ее нету. Хотя добыча идет. Анна, ты пошла глину добывать? Молодец. Давай, делай ты это доброе дело. Да чем мы тут паримся? Давайте ускоримся. Отлично. Так, с едой опять какие-то, да, перебои у нас идут. Небольшие. Ну. Я не пойму, куда у нас кирпичи уходят все? Что за проблема? Ага, нет, идут. Идут потихоньку. 23 из 30, 24 уже. 6 кирпичей, и мы с вами. Понятно, атака неизбежна. Так, ну для этого мы сделаем вот так, ребят. Как обычно, по стандарту, выделяем всех и вот сюда, вот в эту точку. И при этом еще
режим активирован. Все здесь? Нет, не все. Почему? Нет, все хорошо. Все отлично. Так, я думаю, что вы насобирали, нет? Блин, еще 5 кирпичей. Да что ж такое-то? Давайте быстрее. Нужны кирпичи мне, блин. 3 осталось. 2. Понятно. Активируем режим. Все у нас тут, как всегда, в кучу собрались. Не успел кто-то там у нас, Том. Подготовка. А что я могу тут сделать? Ничего. Вот имбирем их. Запичкаю. Так, вот они идут. Глеб не успел. Том у нас тоже не успел. Давайте бегите все туда. Домой, в домик, блин. Так, Мэй, пора тебе уйти. Том, сваливай, сваливай, говорю, Том. Рос. Ну, подбей ты этого одержимого. Так, Гриша, отойди. Кто там? Ах ты! Давайте этого ангела падшего валить. Их тут тем более 2. Даже не 2. Больше здесь 3. Ну давай, Лина. У тебя там нож. А, у тебя даже меч. Кого там стреляют? Эй, Макс! Фух. Слушайте, я чудом Макса, по-моему, сейчас успел убрать. Чем ты там стреляешь? С арбалетом, что ли, Сив? Действительно, с арбалетом, блин. Но, тем не менее, ребята, мы с вами отстояли честь нашего, блин, городка. Причем у нас еще отхил идет. То есть они, естественным образом, будут себя отхиливать, нет? Так, и теперь... Ё-моё, 2 крепча нужно еще. Ждем. Ждем 2 последних крепча. 1 остался. Оккультная площадка. Ну, где кирпич последний? Вот, все, ребята. Оккультная площадка. Что за дела? Вот так вот. Можно ее вот здесь влепить. Кто-нибудь пойдет делать ее, нет? Ага, Анна пришла, молодец. Неподалеку кто-то просит помощи опять. Ну что ж, наверное, с вами мы и сбегаем сюда. Фух, оккультная площадка. Интересно, что будет? Я боюсь, как бы, знаете, чего не было. Как это бывает во многих играх. Мы сделаем оккультную площадку, а потом тут, там откроются врата ада, и будут демоны просто на нашу деревушку нападать. Прям прямиком. Представляете такой, да? Подвох от игры. А у нас еще, как говорится, конь не валялся в научных исследованиях, вообще во всем. Причем я опять сюда ломанулся без аптечек, верно, ребята? Имбиря, блин, как говорится, полные карманы, аптечек нету. Молодец. Как всегда, блин. Тупанул. Лич. Лич. Да уйди ты! Понятно. Я офигею, чтобы завалить этого гребаного лича, нужно столько времени убить. И этот Макс там стоит там, сопли на кулак наматывает, вместо того, чтобы... Жалко, здесь нельзя сделать так, чтобы они отбегали сами. Ну, угроза. Взял там, убежал. О, как раз, ребят, хорошее местечко, смотрите. Просматриваемое. Так, давайте делать. Рос, сюда. Мэй, сюда. Макс. Макс, иди отсюда. Хотя нет, он пригодится нам. А что это у него такое? А, вот и есть имбирь. Скорость атаки 20%. Как раз проверить. Ну, давай посмотрим, как у нас скорость атаки, блин.
Обалдеть, это чтобы одного лича убить, столько времени нужно потратить. Кто? Стив, сматывайся. Черт бы тебя побрал, Стив, а. И это все сделал падший ангел. Только он так может издалека стрелять. Хотя, может быть, и Маракс. Он же тоже у нас с оружием стреляющимся стоит, находится. Ладно, ребята, еще попыточка. Знаете, чего я не могу понять? Вот для чего вот эти вот щиты? Так, кто? Лич? Давайте всем вместе, всем скопом. Макс, отойди нафиг оттуда. Где? Я же слышу, кто-то стреляет. Вот, Маракс это оказывается, ребят. Это был, блин, Маракс. Думаю, еще та будет здесь бойня. Без аптечек, без всего, гуляем, блин. Ну, на самом деле, ребят, не накопишься ресурсов на эти аптеки. Тем более, два раза использовал, все, аптечек как не бывало. Их нужно там тысячи иметь, как при спи-жрачку, наверное. Я не понял, ну какого вот фига ты, Стив, тут делаешь, а? Ну, вот лошпен. Беги давай быстрее к своим. Сейчас заколбасят здесь тебя ненароком еще. Так, у нас Мэй. Ну, нормальная броня. И... Макс, у тебя вроде броня-то такая, нормуль. Че ты дурачка-то валяешь? У Росса вообще, считай, самая топ на данный момент. Надо будет его всегда в бой отправлять первым. Так, в принципе, неплохое местечко. Уголок, они могут вот с этой стороны пойти, демоны, и по прямой. Так что мы сейчас здесь с вами, ребятушки, и проведем оборону. Бочка. Так, Рост, ты у меня будешь первым. У тебя как раз свиток такой неплохой. Так, Гриша, давай тоже. Ты у меня с дробовиком. Мэй сюда. Глеб. Глеба тогда тоже сюда. Ну и тогда вот так вот привезли. Так, все, давайте готовимся к очередной, блин, атаке. Ох, сейчас попрут, попрут, чувствую, ребята. Хотя, смотрите, идет, идет процесс-то. Ну, они мне, наверное, сейчас устроят, знаете что, приятную дорогу домой. Раз сейчас не хотят появляться. Давай ускоримся маленько. Странно. Это совсем не похоже на то, что было раньше. Берта. Ага, вот они, гости, пожаловали. Падший ангел и Картанах. Собственные, блин, персоны. Строчит по Мэй. Хорошо, ребята, давайте устроим ему карнавальную ночку, этому падшему ангелу. Ага, там еще, смотрите, кто прет. Давай вот так вот сделаем. Берта, ядреного, что ты-то куда лезешь? Ты же вообще... Гриша, сматывайся, тебе говорю. Глеб. Ой, короче, ребят, не буду я спасать никаких выживших. Ну его нафиг. Хватит мне, наверное, пока... Нет, идем отсюда. Хватит мне тратить мои нервы драгоценные на этих олухов. Еще раз надо повториться. Пока у нас не будет с вами нормальных аптечек и всего тому подобное, никуда я больше не высунусь. Все, достало, блин. Тратим с вами драгоценное время на то, что могли бы с умом потратить на развитие, на то же самое. Че у нас там по алтарю-то? Кто-нибудь занимается им хотя бы? Чё-то я немножко не въезжаю. Я же его куда-то вот сюда вот ставил. А, вот он. Поехали, ускоряемся. Да, долго вы будете его, конечно, делать. Торговцы опять прибыли. Жмоты эти. Ну, давай глянем, что у вас тут есть. Так, это у нас полевая медицина.
Хорошо, возьмем у тебя полевую медицину эту. Возьмем и продадим тебе вот пару этих стерлингов. Ну и в принципе все. 100 очков исследований при открытии тоже заберем. Поцелуй демона. Это что такое у нас? Редкое оккультное оружие. Точность 20%, скорость атаки минус 15%. Замечательное оружие, ё-моё. Цена покупки 600. Алмазы. Алмазы я скоро, наверное, сам смогу добывать. Оглушитель. Ладно, торгуемся. Что нам нужно дальше-то сделать? Данные исследований, конечно же. Данные исследования. Ну что, ребята, будем искать. Точнее, даже не искать, а добиваться того, чтобы этот диск все-таки к нам попал в руки. Глина, смола. Уровень кто-то получил у нас. Стойкость винтовки. Давай отражение урона. Нет, давай винтовки будем. Так, ребята, я надеюсь, вы готовы. Без аптечек, как всегда, ё-моё. Лекарства нужны. Или же сделать небольшой рейд за лекарствами. Можно, кстати, и глянуть, где они у нас находятся. 56 мест. Побежали. Сюда, кто у нас тут? Лашпены, как всегда. Причем лекарства мы с вами будем набирать. Они будут приходить у нас домой. И все тратить на то, чтобы сами себя отхилить. Автобой, естественно. Тут лашпены такие. Порвем их просто. Сколько дадите? 6. Вообще по мизеру дают. Но я думаю, что вот в этой аптечке должно быть самое то. Оптимальное количество. Штучек 50 дайте, пожалуйста. Автобой. Порвали всех. Ну, сколько? 10. Ну, хотя бы по десяточке уже было бы хорошо. Но это аптечка, поэтому там 10 штук-то и понятно. А здесь, как всегда, будет уже в разы меньше. Но 4, видите? Ну, в универмаге, в этом супермаркете, естественно, тоже будет их очень мало. Штуки 3, да, надо дадут. И хватит, скажут. Ну, 4. Нитки эти нам дают, нафиг они нужны. Так, давайте-ка вот сюда сбегаем с вами. Ищем. Автобой. Угу. 4. Маловато это все, блин. Очень мало. Давай беги, не томи меня уже. И потом, наверное, мы все-таки побежим с вами за диском. Ну. 3. Ладно. Теперь давайте искать диск с данными. Это, как всегда, у нас проблематичные вот эти вот места. 4 лича. Хреново это все дело. Блин. Почему, блин, падшие ангелы вместе с этими личами, а? Это же такая ядреная смесь получается. Просто жесть. Давайте попробуем здесь открыть, может быть, немножко территории где-нибудь поблизости у нас найдется это дело. По-моему, тут не шиша у нас. Стычка. Так, Гриша, давай отсюда вали, а. Что за демоны-то такие? Я не пойму, что тут долго разбираемся. Жалко, здесь нету брони именно от стрелкового оружия. Просто защита общая и все. А мне бы, конечно, бы... Потому что эти ангелы, видите ли, слишком дальнозоркие. Ну-ка, что здесь у нас? Что это такое? Так, ну смотрите. Ого-го-го, тихо-тихо-тихо, подожди, давай-ка притормозим маленько. И вот так вот хорошенечко разглядим.
Кого можно здесь накрыть? Цербер, лечи, ангелы. Так, ну Церберы мы убедились. Это фигня полная. Так, а... Что это такое у нас? Батарейки. Картонаха 4 штуки. Ну, давайте попробуем. Попробуем. Давайте попробуем, наверное, вот здесь. Вот этих вот. Нет, 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 не этих. Вот этих вот. Да, давайте попробуем. Ух, была не была. Я иду со двора. Если что, загрузимся. Так-то смотришь, вроде немного, да? Но посмотрим. Но-но-но-но-но-но-но-но. Воу, ребята. Жесть. Как вы поняли, порвали нас. Хорошо. Раз мы с теми не справились, давайте тогда возьмем других. Так, здесь мы отменяем. Да куда ты? Ну давай, давай, быстрее на карту мира меня. Где-то мои миротворцы. Диск, диск, диск. Хорошо, давайте. Слушайте, а может быть вот этих? Ну-ка, попробуем, рискнем. Нам всего лишь один диск нужно, чтобы дальше развиваться. Не кисло, не кисло. Блин, Гриша, ё-моё. Ладно. Ну-ну-ну-ну-ну, есть, есть, ребята. Я вас поздравляю, у нас диск в кармане. Ух. Так, чешем на всех парусах домой за дальнейшим развитием. Наконец-то мы с вами сдвинемся с мертвой точки. Побежали на всех парах, на радостях до дому, до хаты. Так. Обалдеть, тут сколько всего находится. Так, сделка. Как только вы закончили строительство оккультной площадки, вам нанесли мирный визит двое рекрутеров. У них было послание от самого мастера эфира. Он жив и здоров, и сейчас является лидером фракции, называющей себя рекрутеры. Он слово предложил вам безопасное убежище. Весомость этого предложения несомненна. Ваши разведчики уже докладывали о том, что демоны обходят стороной рекрутеров. Вы, однако, чувствуете некоторую фальшь, исходящую от посетителей. Однако защита от демонов и других могучих существ, например, пожирателей, очень заманчива для вас. Группа проголосовала за то, что все желающие покинуть лагерь и присоединиться к рекрутерам могут беспрепятственно сделать это. Подождите решение выживших. Да ладно, вы что, ребята? Так, рост силы. Неудивительно, что в конце концов никто из вашей группы не присоединился к мастеру эфира. Но удивительно скорость реакции мастера на ваш отказ. Команда оккультистов была атакована рекрутерами во время подготовки эксперимента в лесу. Им удалось отбиться, но налетчики смогли похитить важные материалы для проведения ритуала, в том числе и кристалл серы. Разведчики докладывают об огромном деревянном замке, возведенном к северу от вашего лагеря. В этой части леса шныряет большое количество рекрутеров. Противостояние мастеру эфира отныне является важнейшей задачей. Одновременное сражение с демонами и рекрутерами невозможно, и демоны среди этих двух, безусловно, более сильный враг. Так, их отложим на потом. Возврат украденных кристаллов серы и возможное получение новых оккультных материалов будет крайним прекрасным бонусом. Для успешной подготовки к войне вам нужны новые участники. Так, 22 выживших. У нас, наверное, нету столько. Или есть. Расплата. Подготовка к нападению на мастера эфира практически закончена, однако ситуация для всех малоприятная. В то время как ни у кого не возникает сомнений в убийстве жаждущих крови отродий атака людей, даже если это необходимое действие, точно не доставит удовольствия. Команда оккультистов яростно ищет эффективную технологию защиты от ваших сбитых с пути мучителей, но пока что безуспешно. Атакуйте замок рекрутеров. Вот так вот, ребята, вот такое задание у нас. Так, подожди-ка, механическое оружие, карьер, скорость копания 50, давай. А где же у нас замок рекрутеров-то находится? Кто мне подскажет? Его, походу, здесь на карте и не видно. Ага, вот.
Погоди-ка. Аванпост вербовщиков? Так, вербовщиков. А нам нужны рекрутеры. Хорошо, давайте проверим, ребят, что это... Блин, не хочу я проверять. Мало ли еще диск с вами профукаем. Хотя это нереально профукать все равно. Он у нас уже есть, но тем не менее. Ладно. Давайте тогда забежим. Вот так вот. Мастер эфира. Да иди ты. Мастер эфира нас наколол. Вот так вот получается, ребят. Ну что же, исследование. И мы с вами будем... Да. Ха-ха. Тропическое земледелие. Погодите-ка, может быть мы... Геология. Понятно. Понятно, но мы пока сделаем на паузу и подумаем с вами хорошенько. Смотрите. Так, погоди, не то. Я чё, блин, я геологию развил? Ох-хо-хо-хо-хо, ребят, я нечаянно, видимо, нажал. Хотя, посмотрим, у нас где с вами... Хотя, подожди, чем будем смотреть? Давайте посмотрим вначале вот так вот. Здесь мы изучаем алоэ вера, да? Ага, тут вот так вот кислота. Титан. Титан. А если мы с вами производство сделали, что он дает? Ага, добычу алмазов. И... Хотя нет, ребят, наверное, мы так и оставим с вами геологию. Месторождение алюминия. Это у нас с вами получается там же, где мы... Да, вот здесь вот, алюминий. Пускай. Фух, ну что, как-то так. Ну что, ребят, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами завершим это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. Ну и, естественно, отразим атаку. Сбегаем с вами вот сюда. Посмотрим, что это за аванпост. Просто так, для разведочки. Ну и пока все. Единственное, что нам нужно будет еще, это достать пару дисков исследований. Так что, ребятушки, будет это все в следующей серии. Ну, а на этом все. Всем пока и удачи. До новых видосиков, ребята.